Так, а это у нас новая DLX, тоже с Мабаги. Она более переделанная под нашу страну, под Европу, под наших детей, которые побольше, пошире, чем, например, японские дети. Потому что вот эта вот, она прям как японка, а это уже более под Европу сделанная коляска. В чем отличие? Здесь более широкое спальное место. Здесь оно 31 сантиметр шириной, здесь оно аж на 5 сантиметров шире. Высота спинки в положении вертикальном здесь больше даже, где-то 51-52 сантиметра примерно, да, то есть она очень высокая. Но если мы опускаем спинку и здесь, у обоих спальное место становится 70 сантиметров. То есть это нужно учитывать, потому что при опускании вот эта часть, она становится защитой головы ребенка. Вот смотрите, я ее опускаю, и вот она вот так вот поднимается таким образом, чтобы голова ребенка была защищена. Также здесь отличается вот этот вот матрасик, подголовник, видите, другой. Здесь он такой более охватывает голову, здесь другой материал, он такой прям, я бы сказала, очень напоминает тоже Африку. Вот, и здесь на лето проветриваемая спинка, то есть если мы снимаем вот этот основной матрасик, тоже он такой легкий, дышащий, здесь получается вот полностью прозрачная спинка, на жару, короче, самое то. У DLX нет умных колес. При перекидывании ручки остаются поворотными также вот эти же самые колеса. То есть это так же, как в Смабаге, которая была у меня в обзоре. Но, как вы видите, здесь еще и выше сама ручка, высота ручки. То есть для более высоких людей это может быть более удобно. Ну и, соответственно, высота ручки здесь, когда она находится сзади, 102 сантиметра, а здесь примерно 96. То есть она, ну так, сильно ниже. Конечно, для высоких людей более предпочтительный этот вариант. Вот перекинутые ручки, здесь высота ручки 94 сантиметра высота, а здесь 96, то есть для высоких людей, конечно, такая ручка будет более удобна. Также здесь стоит обратить внимание на корзину, в FOVD она гораздо меньше, чем в DLX. В DLX корзина очень напоминает ту корзину, которая была в старой Смабаге, которая, собственно, у меня в обзоре. Видите, как она большая, да, так прилично влазит. Вот эта корзина повыше и поменьше в DLX, ой, в FOVD, конечно же. Складывать коляски абсолютно идентично, обе можно катить за собой как чемодан, обе можно поднимать, нести, обе хорошо подойдут для дома без лифта, и в этом плане они обе с рождения, поэтому спокойно можно использовать детям, которые родились там весной, летом, отлично, замечательно будет мамам, которые вот в доме живут без лифта.